Меньше месяца осталось до главного праздника нашей страны – Дня Победы. Неотъемлемой частью парада 9 мая на протяжении вот уже нескольких лет становится беспрецедентная акция «Бессмертный полк». В прошлом году в акции приняли участие сотни славянцев. С портретом героя своей семьи они прошли по главной улице нашего города в составе «Бессмертного полка». Услышь меня из глубины времен, ты мой родной, мой легендарный прадед, и с высоты на мир спасенный глядя, найди себя среди других имен. Это уникальная акция, позволяющая каждому в отдельности и всем вместе сохранить память героев Великой Отечественной войны. Мы должны помнить, новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую. Наш долг – сохранить и защитить память о наших героях. И в этом году у нас есть возможность вновь помочь соединиться всем освободителям на параде Победы, здравствующим, павшим в боях, умершим от ран. В акции может принять участие абсолютно каждый житель района. Для этого нужно распечатать фотографию фронтовика формата А4, написать его фамилию, имя, отчество и встать 9 мая в ряды Бессмертного полка. Если вам нужна помощь в оформлении портрета, ее можно получить в Управлении по делам молодежи по адресу: город Славянск на Кубани, улица Дзержинского, 390. За консультацией можно обратиться и по телефону 4-37-88-8-918-0-11-95-11. В день самого главного праздника страны колонна Бессмертного полка пройдет парадом по улице Красной. О времени и месте формирования колонн будет сообщено дополнительно.